Приветствую всех, кто смотрит данное видео. Сегодня вашему вниманию хотел бы представить обзор на игру «Упал. Последние дни мира». Игра достаточно старая, 2004 года выпуска. Представляет собой дикую помесь Fallout, Silent Storm, Безумного Макса и еще много чего хорошего. Сюжет прост как 5 копеек. В 2062 году люди опять не поделили нефть, газ, уголь, какие-то террористы что-то там натворили, экологические бедствия ужасающих масштабов, земля превратилась в пустыню, еще какая-то там хренотень. Все, связи между этими событиями не ищите, ее попросту нету. Спустя же 21 год, когда от планеты практически ничего не осталось, люди спохватились и поняли: «Эй, а миром-то правят бандиты и всех убивают, это как-то неправильно». И создали организацию, называющую себя правительством нового порядка, которая решила всех приструнить. Главный герой, за которого мы, собственно, играем, оказался самым умным и решает вступить в данную организацию. Все, теперь он крутой шериф и может отмазывать все свои убийства, прикрываясь законом. Теперь перейдем непосредственно к самой игре. За что и можно похвалить игру, так это за таланты, умения и прочие максимум силы, максимум скорости. Любители Fallout'ов найдут, где развернуться, так как в игре присутствует большое количество навыков, атрибутов и характеристик. К примеру, можно не качать ничего, кроме навыков взлома и скрытности, но когда придет время зачистить лагерь оборзевших бандитов, вы и вся ваша команда отправляетесь на местное кладбище. Графическая составляющая — это краеугольный камень данной игры. Вот он. А если серьезно, то графика в игре на момент ее выхода была очень даже неплохая, но в данное время, когда уже выходит пятый Crysis, четвертый Battlefield и хз там какая по счету GTA, графика уже так, на любителя. А вот что будет, если графику выкрутить на минимум. Ночные кошмары на 3 года вперед. Что уж получилось у разработчиков, так это атмосфера. Уныние не будет вас покидать ни на секунду. Не знаю уж, сделали это специально, чтобы погрузиться в мир постапокалипсис, или потому что играть пиздец как скучно. К примеру, в 2004 году, когда я проходил в первый раз, можно было в припадке помереть, прежде чем поймешь, куда идти и что делать. Даже если учесть тот факт, то, что на тот момент я был тупым ребенком, интернета под рукой не было, а прохождение смотреть было негде. По квесту уже нужно было бежать вон туда, вытащить ту металлическую арматуру из земли, которая смешалась с 20 такими же ничем не выделяющимися арматурами, впихнуть ее в какой-то агрегат, чтобы он сломался, а главный герой такой умный прибегает к хозяину от этого агрегата и говорит: «А я знаю, что у тебя сломалось! Все чинит, вы молодец, а хозяин вам еще и куртку последнюю отдает. В знак благодарности». И таких квестов в игре просто тьма, вы все должны додумывать сами, по логике, подсказок почти нет, а на все ваши «почему» у разработчиков один ответ. Приплюсуйте ко всему перечисленному главного героя, который как слепой котенок тыкается по углам, отвечая универсальной фразой «я не понимаю», и получите просто целый день невообразимых эмоций. По поводу техники, крафта, апгрейдов, 500 видов оружия, чем так хвастается игра, так вот, это все нахрен не нужно. Про гранаты, коктейли Молотова, С4, мины, про это вообще забудьте. Это так, для галочки, дабы реализовано криво и неудобно. Все, что вам понадобится, это 5-10 видов пушек на всю игру и столько же видов амуниции. А теперь представьте, картина маслом. Главный герой кидает гранату не во врагов, а себе под ноги. И со словами «перегруппироваться» улетает на тот свет. Наглядным примером к выражению стада баранов служит команду, которую вам предстоит нанять в начале игры. Сами они делать ни хрена не будут, а пока вы их будете расставлять за укрытиями, один вражеский брейвик положит конец вашему отдыху в постапокалиптическом лагере, а по ошибке указав атаковать и ткнув мышкой на себя, ваша команда убьет вас без раздумий. По поводу звукового сопровождения. Эмбиент и фоновые мелодии скорее раздражают, чем добавляют атмосферы. Нет, конечно, унылые завывания на восточный лад должны подчеркнуть всю безысходность игры и напомнить, что мы как бы находимся на умирающей планете, а не на карнавале в Рио-де-Жанейро, но не вгонять же в полную депрессию на ближайшие 2 месяца, что, собственно, она и делает. Отдельным плюсом стоит выделить разве что музыку из главного меню. В общем, хочется как-то подытожить данный обзор. Если в 2 словах, то это клон Fallout'а. Лично мне игра была симпатична, что в 2004 году, что сейчас. Безусловно, если вам не нравится тематика постапокалипсиса и всего такого прочего, то ни единой причины запускать эту игру у вас нет, так как единственное, чем на сегодняшний день она может похвастаться, это атмосфера. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, если дело пойдет в гору, то буду продолжать проект. Данное видео является скорее пробой пера, чем полноценным обзором, так что как-то вот так вот. Всех благ. Зимена!